Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале «Вариант», в студии Анна Морозова. Правоохранители установили личность водителя, который накануне совершил наезд на двух 11-летних мальчиков. Ребята переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе Руськино. После совершенного дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь на месте. 64-летний водитель уже привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходом. Также в отношении него составлен административный протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток. Региональное МВД выражает благодарность очевидцам происшествия и СМИ за содействие в установлении личности водителя.